Вот на Баграм. Недолго не стал, ни сон, ни обман. Я память друзей не предам. Я вижу сквозь даль дорогу в Джабаль и наш поворот на Баграм. Ударил фугас, но Бог меня спас. Не знаю, чужой или свой. Над грудой брони смерть по времени, я, кажется, снова живой. И дело не в том, что будет потом, как встретит это нас в отчей стране. До крика «Держись!» недолгая жизнь, но дольше обычной вдвойне. Мальчишка-боец, комзвода юнец и взрослый усатый комбат. Не хватит свинца, чтобы наши сердца живые забились не в лад. Недолго не стану, ни сон, ни обман. Я память друзей не предам. Я вижу сквозь даль дорогу в Джабаль, наш поворот на Баграм. Я вижу сквозь даль дорогу в Джабаль и наш поворот на Баграм. Ведь это сердце, а не фляжка и не вода. Течет, а кровь, спасай леса, моя тельняшка, дай силы женская любовь. В нерусском небе война следила день за днем, как на солдатском горьком хлебе мы выживали под огнем. Атаки, рейды и подрывы, остались живы, но мы вернулись наконец. А если снова станет тяжко и нас война догонит вновь, спасай, последняя тельняшка, дай силы первая любовь. Спасай, десантная тельняшка, дай силы женская любовь. Вспомнились мне тетради, снега, те пески. Далеко-далеко на войне, где мы были как братья близки. Далеко-далеко на войне, где мы были как братья близки. Пролетали в ночи трассера разноцветные звезды войны, и нам снились в горах до утра ледяные солдатские сны. Вот сижу над рекою Москвой, на гитаре походной бренчу. Я с войны возвратился живой, я войну вспоминать не хочу. Остывает ухо в котелке, недопито во фляге вино, и сползает слеза по щеке,
что увидеться нам не дано. И опять вспоминаются мне те ветра, те снега, те пески. Далеко-далеко на войне, где мы были как братья близки. Далеко-далеко на войне, где мы были как братья близки. Так, ну сейчас немножко наберите духу. Песня несколько длинная, но интересная. Называется она «Краткий курс. Новейшая история Афганистана». Чтобы ее понимать, все-таки надо знать, что она написана в два захода. Один заход я написал еще при жизни Брежнева. И он упоминается в этой песне «Тот, кто нынче выше всех». А второй уже, когда закончились эти события. Безусловно, дали мах мы десяток лет назад, называя Захиршаха и высочество, и брат. Мы ему завод плотину, мы даем ему угля, да, любили мы скотину Захиршаха короля. До зубов вооружили, утопи его хорон, а вообще неплохо жили с этим самым Захиром. И целуясь с господами, тот, кто нынче выше всех, заложил кирпич фундамент под кабульский политех. Но история как средство повесомей кирпича, где Захир, где королевство, только камень Ильича. Началась другая эра, там, конечно, а не тут. Мы приветствуем премьера по фамилии Дауд. Сразу помощь предложили и деньгами, и трудом, как с товарищем зажили с этим самым Даудом. Только снова дали маху сей революционер, оказался братом Шаха и агентом ФБР. Был он подлым и двуличным, а его же как на грех целовал утрополично тот, кто нынче выше всех. Но пришел конец Иуде, там, конечно, а не здесь. Вышли танки при Дауде, нет Дауда, танки есть. И хотя мы рановато взяли принца на штыки, но целуем словно брата Нура-Мура Тарагим. Правда, дружит с Пакистаном, книги пишет грамотей, из казны, как из кармана, много капнул на детей. И партийные разлады непутево примерял, расстрелял, кого не надо, кого надо, не стрелял. Мы идейно с ним дружили, но готовили полки, а вообще неплохо жили с этим самым Тараки. Дали орден, дали займы, и командовал сквозь смех Вира Нурмол или Майна, тот, кто нынче выше всех. Но кроме СССР был у Нура друг один, мы приветствуем премьера по фамилии Амин. Задушил подлец подушкой своего лучшего дружка и зарыл тарачью тушку среди афганского песка. Мы, конечно, телеграмму, мол, Амин Хафизулла, мы не знаем вашей драмы и у вас свои дела, но согласно узам дружбы можем денег предложить и военного оружия, чтоб тебе спокойней жить. В общем, жили мы неплохо и с Амином до конца, расстреляв его со вздохом посереть его дворца. Сразу радио врубили, мол, афганская земля, про тебя мы не забыли, на Бабрака Кармаля. Правда, он буржуй прожженный, парчинист и пустобрев, но ведь рукоположенный тем, кто нынче выше всех. Под надежной охраной посадили во дворце, где сидел он вечно пьяный, с важной думой на лице. Окрестили его Колей по фамилии Бобров, войск прислали, чтобы волю наломал в Афгане дров. Но другой, кто был всех выше в нашей собственной стране, весь, как говорится, вышел и в кремлевской лег к стене.
мы порадовались с виду, но задумались слегка. Может быть, без Леонида здесь не нужно бобрака. Долго думали, однако, во все стороны поля. За Боброва, за Бобрака, за Калюху Кармаля. Да к тому же пересменка началась в родной земле. То Андроп, то Черненко, то Пятно сидит в Кремле. Мы для каждой той заразы здесь ломали кучи дров. Дожидаясь приказа, он пришел, прощай, Бобров. Без подушки и без пули тихо сделали дела. Глядь, уже сидит в Кабуле особист над Жигулан. Правда, в университете он учился на врача, и людей на белом свете часто резал сгоряча, возглавляя орган хата, это ихний комитет. Кого надо и не надо, всех отправил на тот свет. В остальном нормальный малый, мы с ним многое смогли бы, да в Кремле Пятно восстало. До свидания, Наджиб. Отоварили чекушки и агашки, кто имел, в каратоне или в кушке, оказавшись не у дел. В общем, вышли из Афгана, кол приказ дурацкий дан, мол, зачем другие страны, дома будет вам Афган. И живем отлично, что ты, мы опять в родной стране, и трещим из пулеметов на гражданской, на войне. Не дадим отныне маху, только грустно, черт возьми, что какого-нибудь шаха нет между нашими людьми. Так, ну, три последних песенки. Вадим, ну, наконец, твой заказ будет исполнен. Вот эта песня моя, я ее редко пою, потому что сам волнуюсь, всегда начинаю плакать. Но я точно знаю, что на нескольких памятниках обелисках афганским ребятам есть строчки из этой песни. Давай за тех, кто не вернулся, кто стал частицей тишины, кто лег в горах и не проснулся от необъявленной войны, кто лег в горах и не проснулся от необъявленной войны. Давай не чокаясь, ребята, давайте молча и до дна. За офицера и солдата, кого взяла к себе война. За офицера и солдата, кого взяла к себе война. Вслух выговаривать не будем их дорогие имена, поскольку здесь безвестно людям та наша горькая война. Покуда здесь безвестно людям та наша горькая война. Но молча вспомним поименно тех, с кем мы навеки сроднены, кто был частицей батальона, а стал частицей тишины. Кто был частицей батальона, а стал частицей тишины. Отставить не имеем права, а только молча и до дна. Поскольку общая держава, поскольку общая война, поскольку общая держава, и значит общая война.
Ну, еще одну хочу вам спеть относительно новую песню, предпоследнюю в моем выступлении. Она не только про Афганистан, но она характерна тем, что она и начинается, и заканчивается нашим будущим Афганистаном, потому что хотим мы или не хотим, а второй афганский поход обязательно будет. К сожалению. Проснулся утром, чую быть в беде, где пил вчера, какие были бабы. Лишь помню директиву из генштаба в Афганистан, Италия везде. Прошел в Афгане впадины и выси, был в морозилке и в сковороде. А дома директива на Тбилиси, ну и затем, как водится везде. От Сулико отбился малой кровью, врет, что синяк остался на груди. А из генштаба клич на Приднестровье, Бендеры, Дубасары и везде. Потом армяне с озером и страхи сошлись на виноградной борозде. Я их мерил на Горном Карабахе, в Баку и в Сумгаите и везде. С таджиками и вовсе было худо, всем вес в ребро, всем кровь на бороде. Пришлось пройти отсюда и дотуда, Таджикистан и далее везде. Я разлюбил весь мир юго-восточный, я заскучал по северной звезде. Но был отправлен директивой срочной в Абхазию и далее везде. Но вот осели русские туманы, хотя еще дымились кое-где. И я слетал десантом на Балканы, на Приштину и далее везде. Вообще песня почти бесконечная, я вам спою только конец там. Сейчас. Я помню, что когда его отправляли, да, сейчас. Ну, был отправлен, да. Но сочинил генштаб другую сказку, что вилами писалось на воде. Я послан был в окрестности Дамаском, к Мимим Валепам, далее везде. Гнал ИГИЛ оттуда, чтобы рядом с Россией был он, а не черти где. Чтоб вновь генштаб командовал парадом в Афганистане, далее везде. Пусть мой генштаб командует парадом опять в Афгане и опять везде. Да, но почему я остановился, ну, почти специально, хотя и нечаянно, потому что тут перечисляются все те конфликты и горячие точки, в которых многие из вас принимали участие уже после Афганистана. А их было так много, что даже у меня и комплектов-то не хватает, и не хватает, и я их забываю. Последняя песня, и так называется «Последний батальон». Последний батальон уходит из Кабула. На взлетной полосе гудит последний ил. Дымами дизелей дорогу затянуло. Прощай, Афганистан, который я любил. Война
была войной, не лучше и не хуже, чем тысячи других в иные времена. В пустынях жгла жарой, в горах губила стужей, и девять с лишним лет стреляла в нас она. С лихвой оплачен долг интернациональный. Не посрамили мы советскую страну. И все же иногда оглянемся печально на брошенный Кабул, предчувствуя вину. Оставили друзей наедине с врагами, оставили врагов с судьбой наедине. Одни убьют других, потом погибнут сами на недобитой нами горестной войне. Последняя колонна от аэродрома идет на Чирикар и дальше на Джабаль. Перемахнем Санг и завтра будем дома. Прощай, Афганистан, которого мне жаль. Перемахнем Саланг и завтра будем дома. Прощай, Афганистан, которого мне жаль. Спасибо, друзья. 15 минут отдыха, расслабления, перекуров, а потом начнется главное, будет выступать Игорь Николаевич Морозов.